Всем привет! С вами Арсений, интернет-магазин Tukamp, наш видеоканал. Сегодня мы рассмотрим обогреватель газовый, и он от компании Следопыт. Эта модель обогревателя вышла в прошлом году, имеет достаточно компактные размеры. Обогреватель он у нас идет в чехольчике, который можно убрать для транспортировки. Имеется пьезоподжиг и регулировка газа. Мощность горелки получается где-то 1,1 и 2 киловатта регулироваться можем. Ну, технические характеристики сейчас расскажем попозже. Сейчас покажем, как этот газовый обогреватель у нас устанавливается и как он работает. Крепление он умеет резьбовое. То есть подойдут баллоны с резьбовым соединением. Прикрутили обогреватель, открываем подачу газа и нажимаем на пьезоэлемент. Все, обогреватель сейчас прогреется и будет работать. Выключаем подачу газа, откручиваем баллон до следующего использования. Высота обогревателя у нас получается 20 сантиметров, ширина у нас получается 110 миллиметров, ширина 215 и высота рабочей горелки 155 миллиметров. Вес, полный вес обогревателя без баллона 370 грамм, расход топлива 50-110 грамм в час, мощность 1,1-2 киловатта. Такой обогреватель у нас отлично подойдет для обогрева зимней палатки во время рыбалки. Достаточно компактный, удобный. Баллоны к нему могут идти, как в данном случае, 230 грамм, также 450 грамм. Горелку убираем в чехольчик. Берем с собой на рыбалку. Обогреватель ИОН от компании Следопыт, интернет-магазин Tukamp, рекомендует.